Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствую вас в салон отопительного оборудования «Котлов Вай». Сегодня у нас видео. Будем разжигать печь Брио, печь-камин. Мы видео снимали у нас в салоне. Вот ее приобрели, установили. И сегодня будем снимать именно ее горение. Вот, очистим. Вот она у нас сзади. Здесь такая пристройка. Много окон, отлично она там смотрится. Когда сюда делается, будет, конечно, очень красиво. Ну и посмотрите, где мы находимся. Сейчас Викуна покажет. Вот здесь есть Боня, верблюд. Боня? Так, зажгли мы печечку. Вот буквально находится сейчас 3-4. Сейчас прогреется, дровишки схватятся, посмотрим, как поддается на регулировку. Здесь, в принципе, регулировка универсальная, то есть одна, она же подает воздух для горения, она же служит регулировкой для системы чистое стекло. Здесь есть также вторичный дожиг. Ну и вторая уже установлена здесь, в дымовой трубе, шиберная заслонка. Она нужна для того, здесь, в принципе, только для ограничение тяги уже в момент, когда образовались угли. Вот на половинку мы закрыли. Здесь вот полностью закрыть. Видите, картинка резко меняется. Говорит о том, что печь герметичная. Вот, добротно сделано. То есть нет никаких дополнительных подсосов воздуха. Берет температуру нужную нам, то есть чтобы пламя было полное во всю картинку, во все стекло. Ну вот прошло минут 15, как мы разожгли Брио. Можно в принципе еще подкинуть дровишку небольшую. Вышка причем не нагревается, то есть еще пока, наверное, она начинает тлеть. Ну, по комплекте есть вальшка, это мы все всегда и с собой кладываем. Удобно, когда одна регулировка, то есть не нужно там, например, как-то ловить моменты закрытия нижней, там, например, подачи верхней. Бывает еще там задняя подача для вторичного дожика, то есть три регулировки. Конечно, там можно там еще более точно как-то картинку выстроить, но удобно. Одна регулировка, остальное печка делает сама. Закрываем полностью. Там еще пробуем шибер. Допустим, еще перекрыть его. Пустим полностью. Вот картинка сразу пламя имеет, становится меньше. Здесь помещение где-то, ну, наверное, квадратов по 30, наверное. Вот, и уже становится жарко, то есть 15 минут, и, конечно, было тепло, но повышается температура буквально на глазах, и печки здесь такое тепло идет, приятное. То есть, ну, помещение там от 0 до 25, я думаю, минут 40, до часа это точно. Главное использовать хорошие дрова, сухие, чтобы не было покатенное стекло, все было прозрачное, ну и сразу тепловая эффективность ее вырастает, когда используются хорошие такие дрова. Она переваривает, в принципе, любую породу, дров, будь то угля, то есть и бук, и брак, ну, лучше всего береза, наверное, в наших широтах, хотя многие используют и брак. Печка, как
возможность свободы лоба 3 дня. Здесь эта функция не понадобилась, то есть не стали проводить подвод. Ну, очень сложно это сделать, потому что там достаточно просто помещение. Можно было бы, в принципе, из пола это сделать. Но достаточно того воздуха, который находится здесь, тем более здесь такая остепленная комната, и в любой момент можно открыть окно, форточку и так далее. Вот это и его.